В будущем году по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» планируют отремонтировать 60 городских трасс. Об этом в четверг журналистам рассказал глава города Владимир Шарыпов. Перечень подготовили, исходя из трафика, состояния покрытия и мнения жителей. В отличие от 2019 года, в 2020 в список попадут в основном межкварталки, давно требовавшие ремонта. Станислав Сергеевич нас поддержал в том, что делать именно те дороги, которые максимально беспокоят наших жителей. То есть мы уйдем сейчас с магистральных дорог, на которых больший трафик, будем делать только те дороги с максимальным трафиком, где есть угроза безопасности дорожного движения, и перейдем как раз в межквартальные, которые наиболее беспокоят жителей города, потому что они действительно в ненадлежащем состоянии. Дороги в программу выбирали с резервом. Реальный объем ремонтных работ будет зависеть от финансирования. Но город намерен привести в нормативное состояние не менее 29 километров автодорог. Что же касается реализации проекта БКД в году нынешнем, сезон дорожных работ подошел к концу. Результат на сегодняшний день следующий. Из 26 запланированных объектов работы не завершены лишь на 3. Это путепровод на улице Смирнова, связано это с достаточно серьезными работами самого путепровода. Основной ход асфальта на всех объектах у нас закончил, сейчас остается только обустройство пути, небольшие элементы безопасности, в общем-то те работы, которые можно проводить при около нулевых температурах. В планах все недоделки завершить в ближайшие 2 недели. В целом, сезон дорожного строительства в этом году в Иванове прошел успешно. В рамках программы «Безопасные и качественные автодороги» отремонтировано около 20 километров улично-дорожной сети. Чем не стимул на будущий год? Наталья Гутарина, Михаил Кенгуров, РТВ Иваново.